нос и башка разбита. Я сегодня выпил чуть больше литра. Подождите, сейчас я стакан наполню, а то помню всех, а себя не помню. Наконец я добрался до этой сцены. Во мне спиртного 4 цистерны. Это вы соблюдайте и держите марку, а я рублю с плеча и режу правду матку. Я остаюсь, словно на перепути витязь, ругаю глав мировых правительств, крою всех феодалов и их вассалов, в перерывах вино заедая салом. Я тоскую, если вы в материале, по Руанде, которую мы потеряли. Посмотрите, может, она за шкафом на крюке висит, обмотавшись шарфом. Или ее обглодали свиньи, что на нашей шее гнездо свое свили, прежде чем начинать извергать ругательство. Вот вам явные доказательства. Вот вам кровь на полу, выложенном плитками. Вот вам признание, выбитое под пытками. Вот вам голова, засевшей в ней мыслью. Вот вам травмы, несовместимые с жизнью. Каково мне стать этому за живое, пережить это ранение на живое? Это должен усвоить любой мудила. У меня нет орденов, даже нет мундира. У меня нет гарема из множества жен, нет недвижимости за рубежом. На мне не висят золотые цепи, у меня совершенно другие цели. Мне до вас далеко, как до Марса. Иногда нет хлеба, не то что масла. Не дает мне Бог живота и жира. Я сижу весь сжавшийся, как пружина. Вы найдете мой адрес, я сразу съеду. Так что поздно собаку пускать по следу. Я живу теперь в Забайкальском ските. Так что вы меня не ищите. Вы на той стороне земли, я на этой. Так что вы там звените свои монеты. Ну а я со своими радостями и печалями, я останусь здесь за семью печатями. 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 Подходите, добрые люди, поближе. Я останусь здесь за семью печатями. Отведайте огненной жижи. Я останусь здесь за семью печатями. Правда, хватит стоять у стенки. Я останусь здесь за семью печатями. Промочите горло, залейте зенки. Я останусь здесь за семью печатями.